Сейчас будешь купаться, сейчас, не кричи. Ох, и жарко сегодня. Передают, вообще-то, у нас на 3 дня дожди. Та горчичка, которую я посадила сначала, после сбора первой части лука, уже сходит. А вторая еще нет. Ну, такая теплота стоит. Еще я поливала, все зайдет. Это 100 пудов все зайдет. Вот, это она уже, эта горчичка, начинает сходить. Вот так. Так, огурцы, это я, наверное, вчера шланг тянула, и я их раскрыла. Вот это мульча, травка с моего сада, где я косила траву. Специально замульчировала, чтобы так возле корешков дольше влага держалась. Вот тут вот хороший уже кустик огурчиков. Это уже нам будут на осень. На осень огурцы. Тут даже такой же хорошенький. Они до первых заморозков, а потом подмерзнут. Картошка развалилась. Но ботва хорошая. Я смотрю по ботве, какой будет урожай. Если ботва вот толщиной с палец, вот мой палец, значит будет хорошая картошка. Если ботва стоит... Ну, например, как вот это, ну, это уже засохшая ботва. А если она зеленая в таком виде стоит, так тоненькая, хиленькая, значит, там и картошка будет мелкая. Некоторые вот сидят вредители, жуки, но я уже их не трогаю. Пускай сидят, пускай наедаются перед зимой. Да, тоже уже фитофтора тут кишит. Ну, все, брызгать не буду. Пускай уже стоит как есть. Тоже тут я мульчировала вот эту картошку. Тут 2 ряда посажено. Тут ящик, ведро. Это я так нечаянно посадила весной. Мне оставалось, не захотела уже, знаете, выбрасывать. Не выбрасывать, я-то ничего не выбрасываю. Просто лишняя у меня была. Я посадила.
И, знаете, из мульчи неплохо. И влагу держит. И не так сорняки тут выросли, как на том у меня участке. Уже тут вот этот злостный перчик пробивается везде. Фасоль тоже поспевает. Но я всегда фасоль убираю тогда, когда убираю картофель. Тогда и она уже готова. Ну что, сад-огород, опять тебя надо косить. Не, я подожду, пока дожди пройдут, пока дождики, тогда буду еще поправлять, косить, наверное, пока нет смысла. Даже бархатцам жарко. Здрасте! Да. Даже жарко бархатцам. Вот уши опустили. Ну, не хочу, я буду ждать дождя. Если сегодня нормально, значит, завтра нас передали дожди. Не знаю. Если тогда уже не будет, тогда уже буду поливать. Ну, куда поливать вот эту свеклу? Она будет огромная. Она уже огромная, длинная, как всегда. Так. Помидоры мои, помидоры спеют, спеют. С каждым днем все больше и больше их так наспевает. Вот так они. В открытом грунте все у меня растет. Без теплиц, без парников, без укрытия. Все вот так и растет. Вот розовый спрятался. Помидорик. Очень розовый. Я люблю помидоры. Вот воловье сердце розовый. Нравятся мне розовые томаты. И вкусом, и томат из них, когда делаешь, он краснее, чем с обычных красных помидор. Ну, я так приметила. А что это тут висит? Ого, ого ты какой. Ого, тяжеленный. Даже надорвался вот. Не выдерживает плодоножка. Обрывается, трещит. Ну, пару дней он еще тут потелепается. Я сорву его. Все-таки томаты вкуснее, когда они созревают на кусту, а не когда они сорваны в полусозревшем состоянии, бурые. Так что не хочется мне их срывать рано, раньше времени. Пускай вызревают, выспевают. Вот, вот картошка, что я говорю. Вот такая она будет хорошая тут. Сейчас попробую найти, натыкать картофан какой-то. Я тут уже целое лето хожу, так пальцем проверяю. Картофан вот какой-то. Вот. Это сорт Пикассо. Но я не стала, пускай еще подрастает. Сейчас тут я уже копала себе. Сначала подрывала, а потом те кусты выкопала. Петуньки мои тут. Ну почему вы не красные? Мне так хотелось, чтобы вы тут красненькими были. А вы тут все такие бледненькие, беленькие. Ну много вас, очень много. Насеялись. А это должны быть высокорослые. Какие же вы высокорослые? И никакие. Ладно. В том году у меня на этом месте были посажены. Были мне в пояс. Очень высокие были. А в этом году низкота. Какая низкота. Так. Перец. Перец, перец, перец. Прекрасный перец какой. Зелененький, зелененький. Я уже рву, делаю салаты. Знаете, какой я салат люблю? Сейчас вот такую пору, когда уже есть помидорчики, огурчики, все есть. Значит, отварная картошка, немного. Помидорчик, огурчик, туда лучок. Можно, кстати, и салатный, можно и белый, какой угодно. Чесночок. Заправить это все кустарным маслом, ну вот этим пахнущим растительным маслом. Обязательно туда добавить молотый черный перчик. Какая красота.
Я вот последние 2 дня вот такой салат делаю. Обожаю. Вот именно в такую пору, такую предосеннюю, этот салат вообще вкусный. Ань, какая, какая? Ну какая ты? Вот. Вот это миниатюрная хергинка. Вот какая. Это она мне миниатюрная по плечу почти. Вот так она. Миниатюрная георгинка по плечу Наташи. Так что у меня все наоборот. Георгинка высокая, этот бархатцы низкие. Как удобно, когда тут на огороде умывальничек. Раз-раз. Когда надо, подошел, помыл руки. И все. И вода против солнышка нагревается в самодельном бачке вот тут. У меня тут от мороза, видно, лопнул вот этот кран. На зиму это я все разбираю. Убираю, чтобы мороза мне разорвало внутри. И чего тут? Все по-прежнему. Все хорошо, красиво. Это не знаю, как называется. Гелениум, наверное, или... Надо порыться, поискать название этого красавца. А мне кажется, что ему не хватает тут влаги. Хотя тут место такое, что я часто поливаю. Мне кажется, там, где я его откопала весной, у соседки под забором, он рос очень большой. Может, ему на солнце не нравится. Может, он любит полутень, а я его тут пристроила почти на солнце. Ну, не целый день тут солнышко, а так. Уже после полудня. Ну ничего, ну нравится. Вот заменитель ромашек сейчас идет он. Красивый. Какой-то он простой, правда, но приятный на глаз. Пускай растет. Мне он нравится. Что нравится, я еще буду сажать. А тут еще у меня вот сажала я весной 2 пачки турецкой гвоздики, 2 сорта. Вот она, вот такие кустики. Тут лилия у меня тут росла и уже отцвелась, и уже кто-то ее тут покоцал. Ну, это же я в том году тут насаживала целый рядок. Вот на целый рядок тут насаживала в том году лилий, а потом забыла, что их там посадила. И потом начала туда сажать что угодно. А потом когда-то раз наткнулась на клубень лилии. Думаю, елки-палки, я ж тут лилии насажала. Ну, склероз. Тут помню, там не помню. Так вот, это турецкая гвоздика. Один ряд – один сорт, второй ряд – второй сорт. Вот я не знаю, что с ней делать. То ли осенью пересадить. Она у меня очень густо посажена, посеяна. И она ж на следующий год должна цвести. То ли ее не трогать, пускай так будет. Кто в курсе дела? Она такая хорошенькая. Ну, может быть, я поздно ее посеяла, что она мне в этом году не зацвела. Но вообще-то всю жизнь она меня зацветала на 2-й год. Ну, говорят, что если рано посадить, может, она и зацвела бы в этом году. Ну, это не критично. Просто я думаю, она такая у меня очень густая. Я так от души насеяла, думала, как обычно, семена не взойдут. Я так в прошлом году сеяла, и ничего у меня не взошло. А в этом году зашла. А, вот, кстати, еще и остались бумажки на колышках, что я тут насажала. Сейчас посмотрю, вспомним. Вспомним молодость. Короче, бумажка-то есть. Цветочек выгорел, а название я оторвала. Ну, турецкая гвоздика, а что к чему, тут непонятно. Не с той стороны я пакетик оторвала. Ну, ладно. Вот и второй пакетик точно так же оторвала. Точно так же. Не, тут можно прочитать. Ага, тут можно прочитать. Вот с обратной стороны еще опознавательные знаки остались. Гвоздика турецкая, Пиноккио смесь, 2-летник. О, тут я прочитала. А тут фирма Яскрава, торговая марка. Тут это торговая фирма Семейный сад, фасовщик. Короче, как обычно, у меня турецкая гвоздика без названий.
Вот эту одну я... Пиноккио. Пиноккио. Дай бог памяти, Пиноккио. Ну, это не столь важно. Так что я с турецкой гвоздикой пока не знаю, что делать. Ничего, пускай посидит до осени, поразмышляет она на грядке. А там Наташа определится, что с ней делать дальше. У меня еще есть и тюльпаны выкопанные, там в сарайчике стоят. Тоже куда-то буду их осенью пересаживать. Кстати, мне соседка сказала, что она свои тюльпаны сажает в ящики пластиковые. Вот эти, ну, обычные фруктовые или как, вот эти черные. И потом нет таких проблем с выкопкой. Не бегают они по всему участку. Может быть, и я в этом году так сделаю. Я не знаю. Наверное, так тоже сделаю. Если у меня будет свободный ящик. Обычно у меня с ящиками проблемы, не хватает. Но ничего.